Итак, всем привет, дорогие друзья. Настенька, привет тебе. Привет, ребята. Так хочется тебя обнять, рада тебя видеть. Взаимно. Нормально слышно? Да, вроде все хорошо. Итак, мы сегодня сделали с Настей профессиональным экологом, экоспикером, прямой эфир на тему того, как начать привносить экологию маленькими шажками в нашу жизнь. Поэтому я тоже надеюсь вдохновиться, потому что что-то, если честно, переехав на Филиппины, я вообще забыла, на что-то вообще, может быть, забила, потому что нужно адаптироваться. Вот, и надеюсь возобновить, также продолжать и что-то еще большее для себя узнать и попробовать начать делать. Вот, ну... Ты как говорила, даже если один человек посмотрит, значит, это уже значимо. Да, да. Вот. Ты что-то хочешь вначале сказать? Да, давай я в двух словах расскажу о себе, чтобы те, кто меня в первый раз увидит, твои знакомые, чтобы у них было понимание, почему стоит вообще прислушиваться и что я знаю, о чем говорю. Я по профессии эколог, но мне не захотелось работать просто... в офисе с бумажными работами, бумажной работой заниматься, какими-то отчетами экологическими и так далее. И мне очень хотелось больше взаимодействовать с людьми, поэтому я получила дополнительное образование на экоспикера по экопросвещению, и уже несколько лет я регулярно читаю лекции об этом, объясняю людям, что к чему. Вот. Но уже полтора года я работаю в компании Мультивиана специалистом по устойчивому развитию, и мне пришлось погрузиться вообще в их реальность, в реальность азиатской страны, как там организован сбор мусора, есть ли он вообще. Конечно, каждая страна индивидуальна, даже в тех же Мальдивах могут быть острова, атоллы, да, это тоже как немножко разные государства, то, что происходит в одном, не обязательно будет происходить в другом, есть некие различия, точно так же там на Филиппинах, я уверена, что от острова к острову ситуация может немножко меняться, но в целом я увидела некоторые закономерности, после этого я еще была на Шри-Ланке 3 недели, и тоже там немножко и по работе общалась с людьми, и самой профессиональный интерес был, я поднимала эту тему с людьми, вот, поэтому у меня накопился такой опыт, что вообще можно сделать, когда переработки вообще нет, и те люди, которые живут в Москве, они могут жаловаться, у нас нет переработки, у нас нет инфраструктуры, там еще что-то, но на самом деле у нас есть все, потому что когда ты попадаешь в Азию, ты понимаешь, что, ну вот да, вот здесь печаль, что ты, может быть, и рад бы, да, хоть что-то сделать, но даже в этом никто не заинтересован. Не то, что в том, чтобы переработать, а хотя бы до урны донести, потому что просто нету организованной системы обращения с отходами, нету контейнерных площадок, нету урн, нету дворников, нету мусоровозов и даже свалок. Ну ладно, свалки есть, они везде, да, они растекаются в итоге по всему острову, по всей стране. Вот. В общем, хочу сегодня поделиться лайфхаками, что вообще можно сделать и почему даже малюсенький вклад одного человека, он запускает цепную реакцию. Мы рассмотрим, как вообще это происходит, почему вот этот вклад важен. И хочется, вот сейчас ты сказала, что было не до этого, хочется сказать, что заниматься экологией стоит, когда вы действительно немножечко разобрались со своей жизнью, все устаканилось, потому что когда такой дикий стресс, ну, это будет неким убеганием. Есть такой пример, видела у психологов, что если женщина очень трепетно относится к порядку в квартире, она так закрывает те проблемы, которые не может решить, либо куда не хочет посмотреть, чтобы решить. И она решает те проблемы, которые ей легко решить. Вот, то есть такая защита психики. Нет, сначала разбираемся с базовыми какими-то моментами, да, с документами, чтобы вы там законно пребывали в другой стране, вот, чтобы был там организован доход, чтобы было комфортное жилье, как-то все устаканилось, и только потом, да, там, да, можно подумать и о других. Сначала заботимся о себе, потом уже о планете, об обществе в целом. Да, спасибо за твой рассказ, за рассказ о себе, за дополнение такие значимые. Сначала заботимся о себе, это действительно так. Ну что же, у нас есть некая небольшая структура, которую ты описала, о которой ты сегодня с нами поделишься. И
Я давай вкратце расскажу. Первое – это мы рассмотрим, зачем разделять отходы и стремиться избегать их образования, почему же важен вклад каждого, если компании продолжают также производить упаковку, и государство с этим ничего не делает. Вторая тема – мы рассмотрим поход в магазин, что можно с собой взять, и можем прям пройтись по магазину, может быть, в какие-то блоки зайти, заглянуть. Вот, про упаковку, что вообще не стоит брать. И можно, здесь еще у меня есть вопрос, можно будет, да, в этом блоке про поход в магазин вопрос задать? Вот, и третье, ты расскажешь, как сортировать в любой стране мира, чтобы это было и легко, и несложно, и по возможности доступно. Вот, ну и да, и ответишь ты на наши вопросы, если у зрителей наших друзей такие будут. Да, вот я уверена, эфир будет супер полезным. Вот. По ходу эфира можете вопросы задавать, может быть, я что-то буду сразу во время какого-то блока сразу отвечать, чтобы у нас была структура. Итак, у нас первый вопрос. Внимание, вопрос. Так, вопрос пока нет. Давай поделишься, почему важен вклад каждого. Да, насчет первой темы, которую мы с тобой сейчас затронем. Почему важен вклад каждого? Я неоднократно видела, что компании и государства ждут от населения некого отклика. То есть если бы у нас в стране была ситуация, как в Азии, что люди вообще не задумываются о мусоре, просто выбрасывают на улицы, и даже речи не идет про какое-то разделение отходов, то, скорее всего, нас уже давно застроили мусоросжигательные заводы, потому что это экономически выгоднее для строителей мусоросжигательных заводов. Представьте, мы каждый раз, вот сейчас, да, мы платим за вывоз отходов. Мы платим за то, что приехал мусоровоз, отвез на сортировку, и потом это поехало либо на полигон, полигону платит, либо на мусоросжигательный завод, мусоросжигательному заводу платит. Раздельный сбор — вообще другая схема. Собрали вторсырье, спрессовали, да, и отправили, и за него заплатили. И, соответственно, эта экономика развивается, это полезные материалы, из них делают что-то новое, всем хорошо. Но это действительно очень заморочено, особенно в условиях современных, когда у нас огромное разнообразие упаковки. Очень любят вспоминать Советский Союз, да как все прекрасно все разделяли, как сдавали. Но тогда была у нас какая экономика там централизованная, да, что у нас вот такие стандарты, и ни из Китая не привозили толком ничего, ни из Европы не было такого потока продукции. И были определенные стандарты, вот только такое, даже была возможность мыть, да, вот эти банки из-под кефира молока, бутылки стеклянные, чтобы использовать повторно. Вот сейчас санпины это не позволяют, и, в принципе, разнообразие такое большое, что невозможно из всего своего ассортимента, из всех отходов потом выбрать какой-то определенный тип банок. Вы, наверное, если собирали банки, я вот периодически их оставляю, думаю, ну вот там маме на варенье или, может быть, для чего-то пригодятся. Они все разные, просто все. Потому что производителям сейчас очень важно выделиться на полках магазинов, чтобы их заметили. Вот. И так, самая главная мысль, да, что государство и бизнес, они нуждаются в отклике от людей. У нас с 2008, боюсь соврать, началось движение раздельного сбора в Петербурге, потом оно было и в Москве, и все это очень активно развивалось. И эти люди, они мало того, что волонтерили на этих акциях, они продвигали эти идеи, что нет, давайте раздельный сбор, нет, общество готово. Эколайн, одна из мусоровывозящих компаний в Москве, они делали такую схему. Человек, если он хотел раздельный сбор в своем дворе, ну или там группа активистов, они должны были пройти по домам и оповестить и собрать подписи. Там типа 40 подписей, и им ставили дополнительный бак для вторичного сырья. И они заморачивались, проходили по всем квартирам, людям говорили, к нам поставят, вы хотите, да? И люди, даже те, кто может и не очень, они такие, ну если поставят, то я буду сортировать. И получалось, что отклик от людей есть. Они начинали
понимать, что они вот за это поставили подпись, что компания это точно вывезет отдельно. За этим приходила отдельная машина, да, и в итоге до сих пор, хотя уже во всей Москве стоят эти контейнеры, до сих пор именно в этих дворах раздельный сбор, там, ну, как бы, большая часть вторсырья, она чистая, хорошая, пригодная для качества. И вторсырья больше, чем смешанных отходов по сравнению с остальными районами Москвы. Представляешь, потому что в каждую дверку постучали, да, там, ну, кого-то достучались, кому-то нет, но всем сказали. То есть был от людей запрос, был отклик, и компания тут же подстроилась. Почему у нас в Москве, надеюсь, что москвичей тоже тут будет много, сегодня много про эту историю, очень часто говорят, вот там, какой смысл сортировать, приезжает вторая машина. Потому что приезжает, допустим, этот мусоровоз для вторсырья, видит, что там такие же смешанные отходы, что люди вообще не думают, что туда бросают. И компания думает, а зачем мне пачкать мусоровоз грязным мусором и платить за это деньги дополнительные? Это же логистика, это все очень дорого. Если можно в этот же мусоровоз все собрать. И это вообще, да, они нарываются на штраф. Но так как людям по большей части пофигу, они продолжают это делать. Они не обращают на это внимания. Люди видят это, которые вроде были готовы сортировать, и вообще машут руками. То есть тут очень важно, что вот эти вот три элемента: бизнес, мусоровозящая компания — это бизнес, государство со своим законодательством, какими-то решениями, и общество со своими запросами, чтобы они развивались постепенно. Если сейчас, вот я знаю, например, в Грузии, по-моему, год-полтора назад запретили пластиковые пакеты. Государство волевым решением, все, никаких больше пакетов. Вы думаете, что-то изменилось? Вообще ничего, просто ничего. Потому что там такая ситуация, что человек там будет вот жвачку покупать, одну вот малюсенькую эту упаковочку, ему ее положат в пакетик. Там такая культура, это забота о клиенте. Ну, то есть там вот так. У нас на Филиппинах тоже, ну, примерно так же. Ну, что, ну, только здесь, кстати, бесплатно пакуют в бумажный пакет, а за пакет, который с ручками, ты должен заплатить. Пластик? Поэтому вот это... Ну, он такой, знаешь, тряпочно... Это тоже синтетик. Да? Непонятно. Ну, да. Ну, видишь, уже какой-то прогресс есть тоже. Ну, да. Вот. В общем, почему... И поэтому почему важен вклад каждого? Если кто-то касался бизнеса, да, то люди знают, что когда продумывается какая-то бизнес-модель, то очень внимательно смотрят, а как люди вообще отреагируют, а что им понравится, а как им угодить. И поэтому, если от общества нет никакого запроса на экологичность, то зачем компании, там, например, запускать линейку экологичных товаров, какую-то программу устойчивого развития? Зачем? Просто кому это нужно? Компания, конечно, может что-то сделать, если там какой-то адекватный руководитель, он понимает, что он должен хоть как-то снивелировать то воздействие на окружающую среду, которое оказывает его дело, его бизнес. Но в большей части, да, как в основном, это, к сожалению, делается для пиара, и все-таки там считается экономика. Если компания запустит линейку экологических продуктов, а ее никто не раскупит, зачем? Кому она нужна? И вот так мы, общество, просто вот меняя в своей голове, что да, это хорошо, да, я буду это делать, когда будут условия, это уже начинается прогресс. Каким образом? Экоблоги набирают подписчиков, лайков, их посты репостят, распространяют. Статьи об этом читают, ставят лайки, да, там сейчас в основном у нас вся книжная продукция перешла в онлайн, то есть это тоже у людей востребовано, они там все по статистике видят. Там сейчас можно выложить посты, да, и по постам посмотреть, где больше лайков, где больше комментариев, какие рилс заходят. В основном людям, конечно, заходит что-то развлекательное. И от экологии многие, ну, закрываются, потому что в основном на этой теме очень много тоже манипуляций, много там каких-то ужастиков. Я тут нашла картинку. Интересно, наверное, помню, как-то пробовала в совместном эфире смотреть, но так много всего меняется в Инстаграме. Наверное, не покажу. Так, сейчас, Надюш, прочитаем сообщение. Когда
показывают какие-то страшные кадры, например, животных, запутавшихся вот в сетях, то, что у меня пример, или набитые птицы с набитыми желудками пластиком, и они просто умирают от голода, потому что они вот наелись пластика, он же легкий, всплывает, они думают, что это там органика, птичья, это рыбка какая-то, да? В итоге умирают от голода. И говорили, что это эко-шокирование. Это, ну, в этом нет эко-просвещения. Это просто вот какой-то ужас, который происходит, и, ну, и ты вообще не понимаешь, а ты можешь с этим что-то сделать или нет. И у людей скорее опускаются руки, что, ну, как бы вообще поздняк метаться, все плохо. Нет, на самом деле очень много решений, и нужно просто эту всю тему продвигать, давать ей жизнь, давать свое внимание. Мне очень нравится фраза «где внимание, там энергия». Вот, вот хотя бы кусочек своего внимания, если бы люди направили на экологические проблемы, не борьбу с ними, что там гринписовцы, ВВФ, все это, там, не знаю, иногенты какие-нибудь страшные, вот, и там государство ничего не делает, и бизнес ничего не делает, а наоборот на решение, а что можно сделать? Очень много ответственных бизнесов, очень много государства тоже крутит, вертит какие-то варианты, как это все преобразовать, вот, поэтому нужно, чтобы у людей было это сознание. И дальше, вот, это уже как бы high level. То есть, если вы, в принципе, думаете об этом, реагируете на это, ставите лайки, поддерживаете эту тему, это уже хорошо, это уже много, это уже вклад. Вы уже энергию свою в эту сторону направили, уже что-то может начать меняться. Понятное дело, что не только от вас, но вы лайкнули, вы репостнули, еще там 20 ваших друзей увидели. Дианочка меня на эфир пригласила, даже то, что люди в сторис у тебя увидели, эко-тема, да, у них уже что-то в них капнуло, и в целом повестка немножко изменилась в их мире. Вот. Второй важный момент, опять же, то, что мы еще даже в магазин не пошли, со своими отходами не разобрались, это то, что можно делать запросы по государственные органы, писать в комментариях в соцсетях, то есть немножко стать более активным гражданином. У нас такие активные граждане есть в нашей стране, и молодые люди, и взрослые, да, которые видят, что там МОСРУ у нас сейчас есть, да, видишь, что, не знаю, снег не почистили вовремя, сфоткал, отправил, жалобу написал, там тут же почистили, обращение закрыли. Точно так же, да, не вывозят отходы, какая-то свалка несанкционирована, еще что-то. В Москве сейчас у нас у активистов проблема. Хочется организовать какой-то сбор отходов, а негде, в Москве негде. Подмосковье завалено мусором, а в Москве очень мало мест, где реально много мусора, который вот реально ты можешь команду там 20 человек привести, и будет что собирать. Вот. Потому что действительно следят, люди реагируют, люди там иногда где-то сами что-то убирают. То есть забрасывают в территории в основном, где какая-то спорная ситуация, и непонятно, кому она принадлежит, эта территория, кто за нее отвечает, кто за нее несет ответственность. Вот. И здорово, если вот так вы видите какие-то проблемы, писать об этом. Если вы понимаете, что здорово было бы, там, например, вот Глобус, они поставили Zero Waste такие места, уголочки, где можно было подойти, насыпать, там несколько видов круп было, типа гранола, что-то такое. Ну, то есть самые такие основные. И потом они их убрали, потому что люди не пользуются. Бизнес, вот, он отреагировал, да, вот, пожалуйста, они очень стараются быть экологичными, ну, там, может быть, не идеально, но у них много инициатив, а в результате все закончилось отменой. Вот, поэтому, если вас поставили хотя бы иногда, да, поощрите бизнес, заплатите за эту денежку, что, да, вот, мы видим, мы пользуемся, нам нужно. Вот, расскажите друзьям. Таким образом, тоже поддержите вот это начинание, если в вашем окружении есть. Теперь, если вот вы оказались в Азии, где вообще ничего и поддерживать нечего, вы не знаете, какое там правительство, кому писать, хотя, опять же, да, возможно, постепенно обживетесь и увидите, что вот там, не знаю, какой-то глава общины, глава дома, местный чат, да, тут тоже, может быть, эту тему постепенно поднимать, не вставая с дивана. И вот, например, вы пришли со своим мешочком, например, таким, или сеточкой какой-нибудь, у меня тут сеточка для фруктов вместе с образцами вторичного сырья. Вот. Вы вместе с этим пришли на азиатский рынок. Вы будете звездой просто, если вам не хватает внимания, потому что у людей это будет разрыв шаблона. У нас-то в Москве до сих пор некоторые люди так типа,
это что, да, зачем? У нас же есть пакет, есть такая реакция. Но я ее уже очень давно не встречала. В основном там кто-то может похвалить, кто-то скидку даст, кто-то просто, да, окей, сюда, все, там, куда этикетку лепить, сюда лепить, все отлично. Вот. В этом нет фурора. Но они потихонечку тоже привыкают, что, да, вот некоторые люди ходят вот с такими сетками. Увидят вас... какие-то люди тоже в Азии, конечно, с этим похуже, потому что у нас все-таки было сообщение с Европой, и мы видели, как это в Европе организовано, какие-то их инициативы. Мы такие тоже хотим, чтобы было не хуже. А в результате у Азии все-таки на кого им смотреть, да, там ниже уровень жизни, меньше сообщения с другими странами. Но все-таки азиаты, они тоже некоторые с деньгами, и они тоже видели примеры, они тоже осознают все эти проблемы, у них тоже есть образование. И они тоже включаются, и они видят, и просто иногда не хватает даже информации, да, где ее взять. Потому что если вот так вот не подашь сейчас в таком потоке информации, попробуй вычленить что-то. Вот, поэтому даже вот так просто приходя с мешочком, вы уже эко-просвещаете людей. И даже несмотря на то, что, ну, это нужно быть морально готовым, да, может быть, действительно кто-то из продавцов скажет, ой, да ладно, зачем, то есть нужно быть готовым к диалогу, что, пожалуйста, мне очень надо вот именно так сделать, вот как для меня, если вы сделаете, я, кстати, говорила так, был у меня пример, я заказывала сухофрукты. Сухофрукты очень часто доставляют либо в вакуумной упаковке, но ее сейчас можно сдать в переработку, если заморочиться, вот, либо в бумажных пакетах с окошком или с ламинацией. Бумага с ламинацией вообще не перерабатывается. Вот, ну ладно, не вообще, я уже знаю, как бы, но в целом не перерабатывается. То есть это мусор фактически. Вот. Я думаю, вот хочется, причем и этого попробовать, что же делать? И я им написала, говорю, сложите мне все в одну упаковку, я за это о вас расскажу в Инстаграме. Вот, и они выполнили мою просьбу, они взяли одну большую упаковку, и в нее прям вот так вот насыпали мне, и, ну, она тоже вакуумная такая, мне было ее удобно сполоснуть и сдать потом на переработку, у меня не было кучи этих пакетиков, вот. Точно так же, да, если вы выполните мою просьбу, я буду ходить покупать фрукты у вас, у них же столько лавок, да там продавец просто будет готов тебе облизать эти пакеты, лишь бы ты к нему возвращался, правильно, вот, то есть такое поощрение, точно так же, вот хотела привести в пример еще то дело, вот, в Азии очень популярны кокосы, какие-то соки свежевыжатые на улицах, да, ну, мне кажется, грех просто покупать сок в пакете, который привезли непонятно откуда в тетрапаке, да, если вот у тебя настолько доступные свежевыжатые соки, вот, но либо это кокос, либо тебе налили, вот, как бы, пей как хочешь, еще и трубочку поставят. Вот, пожалуйста, да, трубочки. Очень легко заказать, я думаю, что в любой стране мира это можно сделать, везде есть доставка с AliExpress или откуда-то, с каких-то других маркетплейсов местных. Да. Все это, мы уже такими закупились. Вот. И опять же, да, просто надо не забывать их брать с собой. Точно так же чашки. Вот я помню, в Индии они делали сок из тростника. Вот, ну какая ему проблема поставить себе, да, вот этот, твой стаканчик, да, и туда сразу налить. Не будет этого пластикового одноразового стаканчика. И это все будет просвещение людей. К сожалению, есть пример, что люди только гриппом одновременно... Да, полетать из Простоквашино, помнишь, что-то выздоравливают поодиночке, вот тут точно так же, то есть, конечно, я ищу какие-то варианты, у нас они есть, если вот это будет связано с доходом, что люди сразу массово подключатся, то есть, если бы за многоразовый стакан давали скидку в Азии, да, в Азии быстро бы включились, потому что для них это важно. В Москве не включаются, потому что там не такая большая сумма, чтобы человек заморачивался. И большинство, они все-таки из других побуждений это делают. В Азии это работало. Так, я боюсь, что мы с тобой можем не успеть уже полчаса, но я надеюсь, что в этом плане все. Поэтому давай перейдем дальше, к следующему блоку. Сейчас единственное, я хочу вот прочитать, Надя написала, сейчас в Москве жители могут снять на видео, если приезжает мусоровоз, и все в одну кучу собирает, отправить видео в управляющую компанию, сотрудников оштрафуют. Это правда так, если вы реально это видели, обязательно записывайте на видео, потом пишите мне, я пришлю номер, и вопрос решат.
Спасибо, Настюш. Да. Ну, важно, в общем, хоть как-то, чтобы эта мысль промелькнула об улучшении качества нашей жизни. Вот, да, я поняла. И давай перейдем ко второму блоку. Это поход в магазин. Что мы можем взять с собой? Какие упаковки лучше избегать? Какие они вообще существуют? Вот, поделись, пожалуйста. Смотрите, в Азии, я немножко с акцентом на Азию буду стараться, потому что про Москву многие знают, и мне хотелось сделать такой эфир для людей, которые, вот, может быть, в отпуск поедут, да, или как ты оказались в эмиграции в другой стране. Там действительно в среднем ниже уровень жизни, чем у нас в стране. И там иногда у людей нет денег купить сразу килограмм крупы, которая, казалось бы, дешево стоит, но просто нет этих денег. И я рассказывала про маленькие пакетики с гелем для душа, с шампунем, да, что человек не может себе купить бутылку шампуня. Он покупает себе малюсенький пакетик, когда у него есть, когда он где-то умудрился заработать. Он помылся и довольный ходит потом. Вот. Точно так же я предполагаю, что по этой причине мы, когда были на Шри-Ланке, видели, что крупы часто продаются на развес. Там не написано «мы zero waste», супермаркет, там нет, как это делал Глобус, да, с расчетом на осознанную аудиторию. Просто потому, что человек может прийти и купить вот столько, сколько у него денег есть. Маленький кулечек. Но нам это на руку, потому что у нас появляется возможность купить без упаковки. Поэтому просто заведите себе в привычку. Я думаю, что многие ходят с многоразовыми сумками. Это удобно, да, через плечо перекинул и пошел, что-то туда сложил, просто чтобы у вас прям в ней лежало. И в идеале, чтобы это было где-то недалеко в коридоре, да, то есть прям перед выходом, что вы кинули, причем даже если вы не собираетесь в магазин, всегда что-то может измениться. Я иногда использую мешочки просто, чтобы что-то сложить в одно место. В общем, пригождается вместо пакетов. Вот. Конечно, мешочки вот такие, да, сетки, их можно самим нашить чисто теоретически, но проще всего заказать либо фруктовки, либо их называют мешочки для фруктов. Сюда, тут очень мелкая сетка, муку не насыпешь, но какие-то орехи, крупы крупные такие, ну там, не знаю, нут, горох, все что угодно, пожалуйста, без проблем. Вот такие я не очень советую, они хотя такие стильненькие, всегда хорошо, если выпечку брать, что-то такое, просто в них не видно товар, то есть вы, получается, их закрываете, вешаете ценник, и уже непонятно, что вы там купили, и продавцам, ну, как бы, там, проверять или как-то, ну, не очень, да, им на кассе удобнее, что они все-таки видят то, что они пробивают, вот, и еще контейнеры. Ну, контейнеры даже не подготовила, это всем понятно. Если есть какие-то мягкие в вашей стране в этом сезоне, фрукты, овощи, там, у нас вот эта хурма, клубника, там, ежевика, да, они даже часто продаются в контейнере, но часто можно встретить и на развес так можно взять. Они часто достают свой контейнер, да, и вот вы в свой контейнер можете положить, и в контейнер, и там это в пакет ставится. Если вы взяли с собой, очень удобно прямо туда сложить, и вот себе, пожалуйста. Подружка у меня месяца 3-4 жили они в Таиланде, кто-то там то ли резал манго удачно, что-то такое. Она говорит, мы прям приспособились, контейнер брали, он нам прям этот контейнер нарезал, и мы потом кушали, потому что в условиях отеля было неудобно это все порезать. Вот. Смотрите уже по своей ситуации, что у вас продается, какие там это условия. Вот. И еще, что можно было бы взять, это пакеты обычные, пластиковые, зиплок. Они с замочком, они многоразовые, но в принципе можно любой плотный пакет с этой целью использовать. Главное, чтобы его было удобно завязать. Как раз что-то мелкое купить, специи, может быть, муку, вот, какие-то, опять же, такие фрукты, которые могут немножко помяться, испачкать все остальное. Вот. Это все очень легко весит. То есть контейнер берите пластиковый, не бойтесь. У нас самая главная проблема в одноразовом пластике. Поэтому просто пластика не стоит бояться. Главное, что вы его регулярно используете. Вот.
и все. То есть вы можете прям в контейнер все это сложить, да, его с собой кинуть, вес у вас там прибавится на 100 грамм, но при этом, заходя в магазин, вы уже будете видеть, как много всего. И вы не представляете, какое это удовольствие. Вот реально я испытываю огромное чувство удовлетворения. Я понимаю, что я могу купить в упаковке, ее потом сдать на переработку, но переработка это тоже, к сожалению, не решение. Об этом можно отдельный эфир проводить. Это скорее вот уже попытка хоть как-то повторно использовать мусор. Это не устойчиво, не экологичное решение. В идеале я мечтаю о том, чтобы у нас была культура Zero Waste. Сейчас очень развита доставка. И в плане Москвы это как раз немножко расхолаживает людей, что хочется заказать, ты не тратишь на это время, но тебе все привозят в этих пакетах. Хотя вот как-то раз меня, помню, вкусвилл послушал, что-то мне там не положил в отдельный пакет. Но они часто кладут заморозку, какую-то молочку, вдруг там крышка снимется, да, просто вот для того, чтобы остальные товары были в сохранности. Вот. А в Азии чаще всего, вот не знаю, у вас есть доставка еды на дом? Где-то ты встречала? Да, есть, есть. А, ну вот, хорошо. Я вот мечтаю о том, что будет возможность каких-то стандартных таких боксов, что ты заказываешь набор продуктов, тебе доставляется, ты там его у себя оставляешь, а со следующей доставкой ты этот вернул, новый забрал, да, там, или сразу свои контейнеры пересыпал, отдал, вот, ну, в идеале. Или вообще служба, которая тебе все это привезла, оставила и уехала, как уборка, знаешь. Да, да. Так здесь с бутылочной водой, вот по 20 литров мы заказываем. Да. Один раз бутылки заказали, ну, остальные отдаем, удобно. Новый привозят. И не нужно Да, да. А поделись, пожалуйста, про виды пластика или про виды упаковок, которые, может быть, стоит вообще избегать в магазин, заходя, либо из пластика какую можно взять, какая не переработается вообще. Вот, вот это вот можно тебя услышать. Смотрите, конечно, все очень зависит от ситуации региона. Самый легко разлагаемый отход – это бумага. Вот, но бумага часто бывает хитрая, как я сказала, она бывает с ламинацией, она бывает с алюминиевым слоем. То есть очень часто заменяют пластиковые бутылки на тетрапак, который там несколько слоев пластика, алюминия, но в среднем количество пластика уменьшилось, и вроде как это экологичнее. Вот. Поэтому нужно быть внимательнее. То есть если прям вы видите бумагу бумагой, ничего там с ней особенного нет, то берите, особенно если вы в Азии, лучше она там разложится на солнышке быстро, да, там в океане, чем это будет какой-то пластиковый пакет. Потом, конечно, стекло. Просто стекло тяжелое, и как сказать, другая, может быть, проблема. Но все-таки стекло по составу – это песок. То есть, ну, это не эстетично будет, если она будет где-то валяться. Даже была рекомендация разбить ее в океан, да, там, где никого нет, на глубину где-то или, ну, вот в таком ключе, что она обтесывается об камни, становится галькой, и все, уже нет этой бутылки, она никому жить не мешает. И, конечно, металл. Я очень надеюсь, что уж металл все-таки собирают, потому что металл – это ценное сырье, которое легко использовать повторно, его можно сколько угодно раз переплавлять. Ну, тоже в целом. Я тут начиталась столько нюансов, уже знаю, что уже сложно говорить простым языком. Вот. То есть это те упаковки, которым в любом месте стоит отдавать предпочтение. На втором месте это пластиковая PET-бутылка. Вот у меня тут пример, кстати. Вот. Из пластика делают вот это полиэфирное волокно. Ну, то есть и бутылка, вот она, да, PET, ну, то есть из-под воды простая. Если вы хотите именно сок, какую-то газировку, тоже лучше взять ее именно в пластиковой бутылке, чем там в тетрапаке или еще в чем-то. Не знаю, в чем они еще продают. Ну, в идеале стекло, да, если вам тяжело, то вот такую PET-бутылку. Ее все-таки много где собирают. Она рентабельна, и если вы найдете, куда сдавать, это вообще хорошо. Мы вот сейчас были на Шри-Ланке, там стоят сетки. Люди складывают периодически, что-то собирают. В отеле, я помню, смотрю, они убираются, и смотрю, они бутылки в отдельные. А у меня была пластиковая бутылка, я ему даю, говорю, сюда выбрасывать, в общую урну? Он говорит, нет, вот сюда.
Я говорю, а почему? Говорит, ну вот, мы разделяем. То есть они каждому человеку оставляют вот эту бутылку, и потом они, когда проходят, они пустые, ну, видимо, воду выливают, да, там, если чуть-чуть, и пустые собирают, дают на переработку. Вот. Все остальное в целом уже несет за собой определенные сложности. Уже нужно смотреть. Может быть, конкретно в вашем регионе еще хоть что-то собирают. Но в остальном, к сожалению, уже все. Но опять же, не стоит подать в крайности, и все, мне больше нечего кушать, мне не в чем купить, пластиковые пакеты не собирают. Вот пластиковые пакеты еще тоже могут чаще. Но как от них отказываются в Азии, я думаю, что все-таки нет. У нас в стране еще могут собирать, потому что это относительно ценное сырье. Вот, еще из того, что ну, вероятность какая-то есть, что это попадет на переработку, это бутылки от бытовой химии, от шампуня, они с такой полосочкой на дне. Вот PET у них кругляшочек такой, вот, а у тех полосочка, их из двух половинок вот так вот склеивают. Вот. Шампунь для душа, средства для мытья посуды, что-то такое, оно вот как раз продается. Но я очень советую, особенно в Азии, в нашей стране, особенно в Азии, не увлекаться бытовой химией. То есть, если вы можете пол помыть без каких-то дополнительных средств или там окно, да, то лучше без этого, потому что у них очистных сооружений фактически никаких нету. Это все сразу в окружающую среду, а бытовая химия все-таки агрессивна для окружающей среды. Как-то не крути, там и микропластик тот же есть, вот, поэтому стоит минимизировать это все, вот насколько получается. Вот. По поводу пластика еще, ну, наверное, все. Наверное, все. Просто, ну, мне кажется, тут главное не впадать в крайности, да, вот закончу мысль, что мне теперь нечего кушать, не в чем покупать. Да, это так. Но как бы это не ваша вина, не ваша ответственность. Вы должны только показать свою заинтересованность в том, что я хочу какие-то стандарты по упаковке, чтобы это был там несколько, ну, буквально несколько видов, да, например, там пластик трех видов. Там мягкие пакеты, контейнеры, пятерка и бутылки, и все, например, да. И вам не нужно 20 видов фракций пластиков знать. Вот эти три вида. И людям в Азии будет проще переработку, проще наладить под несколько фракций каких-то определенных, которых будет сразу большой объем, чем вот как у нас часто в стране происходит. То есть ты сказала мягкий пластик, вторая это что? Вторая это контейнеры. Вот контейнеры для еды. Они обычно из пятого вида пластика, полипропилен. Он очень хорошо перерабатывается, из него делают даже такие апсайкл-проекты, то есть люди сами его перерабатывают, он настолько безопасен для переработки, при нагревании ничего фактически не выделяет, что люди могут из него что-то делать прямо на местах. Ага, то есть на каждой упаковке, вот в этом вот треугольничке написана циферка, да? Да. Ну, можете, просто, конечно, кто-то знает, наверное. Вот так это выглядит. Тут ноль-пэт. Это вот как раз бутылка. Вот. Но просто в Азии очень часто не ставят маркировку. У нас все-таки есть эти стандарты, требования. У вас нужно прям вот посмотреть. Я кое-что привозила из Шри-Ланки, там вообще ничего не написано. Просто бутылки. Ну, вот. И, соответственно, у вас будет какие? Написано 0,1-0,2. Вот то, что я советую сейчас брать. 0,5, да, или ПП у них внизу будет написано. Вот это то, что безопасный пластик. Мы в этом контейнере ППшном, да, то есть, например, у нас в стране мороженое часто в нем продается, или что там еще, какая-то готовая еда тоже, в основном полипропилен. И вы можете в них потом хранить, замораживать что-то, там, короче, повторно использовать. Вот ПЭТ как раз, о, это важно, кстати, сказать, его нельзя использовать повторно, он для этого не предназначен. Если вы купили водичку в нем, да, захотелось пить, купили, выпили и выбросили, ну, там, в идеале на переработку, но если нет, нельзя заново сюда наливать, особенно в жарких странах. Ирена понарошку на днях ругалась у себя в сторис, там супермаркеты привозят им эти соки, воду в этих PET-бутылках, и это все прямо на жаре стоит на улице.
Она говорит, о боже, ПЭТ, он же сейчас выделяет в продукцию все эти вещества, там, не помню, что она именно упомянула, но, в общем, ну, не буду вам врать, в общем, да, это опасно, это не стоит так делать. То есть, если с собой воду брать, то лучше в стеклянной какой-то бутылке. Стеклянный, в принципе, можно в пластике, но многоразовом. Он уже будет совсем другой по составу, он уже ничего не будет выделять. Вот. Так, это то... какая циферка в треугольнике многоразовый? Знаешь, они другого уже вида идут. Там нет такой циферки. А, я, кажется, поняла. В таких бутылках, наверное, вот эти вот спортивные шейкеры, нет, делают? Это скорее полипропилен, да. Если вы найдете бутылку с полипропилена, то да. Вот. Можно либо тоненькую из алюминия, просто стекло, но объективно все-таки ну, тяжело носить с собой. Особенно ну да, 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 да. Вот. У меня вот я купила в Спортмастере бутылку, я не знаю, сколько лет назад. Может быть, лет 5-6. И она мне до сих пор служит, с ней все в порядке. И удобно очень. Но на ней никакой маркировки нет, насколько я помню. Там помню, что было на этикетке написано, что она там из безопасного пластика. Мне кажется, там что-то типа АБС. Это пластик, который используется для техники, но скорее с какими-то тоже добавками или наоборот, чтобы вот именно под эти свойства для многоразового использования. То есть я правда не знала, что есть прям отдельный пластик для многоразового использования. Да, интересно. Ну, потому что огромное количество просто в упаковке используются вот какие-то основные, мы их знаем, их маркируют. А на самом деле там потом, если погружаться, там же есть вот эта маркировка 7, АЗЕ, да, и там вообще тебе все что угодно могут намешать. Поэтому, может быть, там будет написано 7, может быть, вообще ничего не будет написано. Если кто-то захочет, напишите, я вам помогу с выбором, если будет нужна помощь. Ага. А избегать пластик, где в треугольничке написано 3,7, вообще не перерабатывается, да, они? Это я помню вроде. Слушай, да, есть такая байка, что не перерабатывается. На самом деле мы сейчас начали сдавать тройку. Все зависит от заводов. Есть завод, появляется спрос на это сырье, и, соответственно, появляется возможность сдать. Вот. ПВХ, третий вид пластика, он просто вообще нежелателен для использования людьми для упаковки продукции, особенно это, там горячий. Это который 7? А? Это который 7 в треугольнике или какой ПВХ, что значит? 3. Да. Вот. Если вдруг вы в Москве это встретили, но я просто отслеживаю, я вижу, что его уже фактически нет. Единственное, торты. Торты в него. Сейчас вам такой прикол расскажу. Торты, Настя, торты. А, ну хорошо, я вроде видела, что уже можно и так, но ладно. Торты от Палыча пакуют в эти тройки, причем и подножка, если я не ошибаюсь, тройка, и сверху тоже вот это вот. Ну, вроде оно холодное, как бы не так уж сильно там идет взаимодействие с едой, но я помню, читала статью от них, почему они не заменяют этот вид пластика. Они говорят, что у нас в составе этого пластика используется, значит, хлор, а значит, пластика используется меньше. Просто 5 баллов пиар-агентству, которое пытается как-то это изменить. Вот. Но в целом сейчас, да, все-таки редко. Семерка, я сказала, семерка это просто все виды пластика оставшиеся. Я уже видела и 8, хотя, ну, вообще это... Ну, то есть некоторые производители немножко безответственно подходят, вот. Поэтому вам, если вы в Азии, у вас вообще переработки нет, ну, в лучшем случае собирают вот 1-2. Все остальное, к сожалению, нет. А 5, вот единственное, что вы можете сделать, это использовать повторно. Вот. Она безопасна. То есть остальное даже не подлежит переработке, их в один смешанный мусор, да? Ну, скорее всего, да. Если вы в Азии, то да. У нас тоже нужно смотреть по району Москвы, по городу, что-то где-то принимают, вообще без проблем, и все хорошо, а с другим сырьем будет огромная проблема.
шестерка еще вот тоже к токсичным пластикам относится. Если вдруг вы любители кофе на вынос, очень часто стаканчик, у меня тут был пример, вот стаканчик, да, сверху накрывают еще крышечкой. И она очень часто из шестерки. Сейчас делают иногда из полипропилена, там прям видно маленький треугольничек, ПП написано. Вот, это безопасно. А так представьте, что вы налили, мало того, что здесь с ламинацией, да, у вас тут пластик, вы его подожгли себе, горячий напиток, так еще и тут сверху шестерка токсичная, и вы ее горячим напитком и пьете, вот, а потом как бы, ну, да, тут все сложно, и, к сожалению, потом никто вам не скажет, что, а вот вы кофе пили, поэтому какая-то у вас там болячка образовалась, злокачественная, да, не будем ее называть, вот, и ну, никто не подтвердит. И мне сейчас очень нравится девушку читать, она, господи, ну, в общем, ладно, она химик, технолог тоже, и разбиралась со всеми этими вопросами для себя в том числе. Она говорит, что у нашего организма есть способность бороться с интоксикацией, то есть частично мы выводим. Но если мы постоянно забрасываемся, а мы и так забрасываемся, мы дышим выхлопными газами, как-то ни крути, да, даже в Азии, все равно там очень много мопедов, автомобилей, еще и жара, да, от нагревания что-то может выделяться. Мы пользуемся косметикой, в том числе декоративной. Мы не идеальную еду едим, органическую, там, 100%, да, вот. Поэтому не нужно испытывать судьбу. Неизвестно, когда способности организма, как сказать, уже не смогут справляться с той нагрузкой токсичной, которую мы на себя оказываем, и появится какая-то проблема. Поэтому здоровье бережем с молодости и будьте внимательны. Очень советую фильм «Темные воды». Просто, чтобы вы понимали, что компании, к сожалению, не заинтересованы в нашем здоровье. У них есть свои цели. Компания и бизнес создается не для того, чтобы спасти мир, не для того, чтобы всех сделать здоровыми. Создается для того, чтобы заработать деньги. Вот. И это нужно признавать и жить, понимая реальность, в которой мы живем. Да, интересно. То есть, зная вот это, вот важно не усугублять свою же ситуацию. Да, да, заботиться о себе. Да, спасибо, Настюш. И у меня вот вопрос по теме с продуктами более-менее стало понятно. А вот с бытовой химией, какой-то предметы гигиены. Вот для меня что значит экологичное средство бытовой химии? Это значит, что она не тестируется на животных, что это значит экологичное отношение к животным. Но я думаю, что все-таки это что-то еще большее значит. Так ли это? Вот как ты видишь? Да, я в этом плане предлагаю всегда разделить понятие этичности и экологичности. И это очень сильно видно на шубах. Шуба из натурального меха экологична, шуба из синтетики этична. Никто не умер при ее производстве, но при этом она вся полностью из пластика. Вот. А из натурального меха она разложится, но мы сами знаем, как много принесено в жертв бывает, чтобы произвести этот продукт. Поэтому, да, важно, чтобы не тестировалось, но, я не знаю, в Азии, мне кажется, там совсем с этим плохо, вот, и, конечно, в идеале искать, находить такое, да, поддерживать, опять же, тех производителей, которые заморочились на эту тему, и если нет выбора, то хотя бы писать и говорить, пожалуйста, мы хотим, чтобы не тестировалось, да, то есть проявлять этот запрос от общества, для нас это важно. Мы уйдем к другому производителю. Нам очень нравится ваше, мы хотим покупать и дальше пользоваться, но я вот перестану покупать, если не будет, да. Вот, может быть, даже заказывать что-то из-за границы, чтобы показать, что альтернатива есть. Я вот лучше буду заказывать там, не знаю, на том же Алиэкспресс, просто мне кажется, там все есть, везде доставляют. Вот, что-то экологичное, чем буду пользоваться вашей компанией. Капает, ты написала, еще 10 человек написали, еще 20 написали, такие... Ёпрасоте, может, правда? Ну, то есть что-то у людей начнет как-то меняться и начнет какая-то реакция происходить. Вот, по поводу бытовой химии. В принципе, ПАВы, они в Африке ПАВы. То есть здесь очень сложно. Я не химик, я когда пыталась эту тему разобраться, я поняла, что ну, будет очень сложно.
Если вы в нашей стране живете, то обращайте внимание на маркировку. Это такие маленькие значочки. Тут вот нету. Ну, вот наподобие таких, знаете, вот то, что рисуют. Вот. Очень часто просто пишут типа эко-шмека и все. А есть конкретные маркировки, ну, просто можно реально отдельный эфир по этому поводу делать. Кто хочет, просто мне напишите в личку, я могу найти какую-нибудь лекцию в открытом доступе об этом, чтобы у вас было понимание. Потому что очень много гринвошинга, мое любимое понятие, когда компания хочет быть экологичной, и она о себе так заявляет, но при этом ничего не меняет. Чтобы заявить о себе как об экологичности, экологичной компании, экологичной продукции, нужно, чтобы независимые эксперты отследили всю цепочку производства. Откуда сырье, какого оно качества, в каких условиях трудятся сотрудники. Этичность не во всех, думаю, маркировках учитывается, но частично учитывается этичность. Какая упаковка, да, как это все потом распространяется, я имею в виду, разлагается в природе или нет. Вот, и тот, кто прошел весь этот путь, получает маркировку. Вот, пожалуйста. Вот. Но, как пример, есть вот компания Грасс, я с ними не очень давно познакомилась, у них бытовая химия, и у них просто нету жести в составе. То есть вчера вот буквально читала книгу, у нас у производителя цель, чтобы отмывало. И неважно, нужно ли такие агрессивные средства здесь применять или не нужно. Лучше мы побольше положим, так, чтобы наверняка, и все отмоет. Поэтому старайтесь вот, ну, не перебарщивать, да, смотреть, чтобы это было, там, не знаю, если отмывается мылом, ну, пусть отмывается мылом. Но это гораздо лучше, чем вы купите в этом. Плюс есть вот концентраты. В Азии, кстати, я в Индии тогда первый раз в жизни встретила, лимонад мы взяли с мужем, я вот так вот открываю, пробую, понимаю, что у меня просто искры из глаз. Думаю, что это вообще? А потом я смотрю, а на нем написано концентрат, что вот разбавляете в воде и пьете. И мы разбавили, было вкусно. Может быть, тоже поищите, встретите такое, потому что ну, нет смысла возить воду. Да, гораздо проще купить каких-то твердых. Точно так же, кстати, твердые шампуни, кому они по коже подходят, да, или хотя бы плитки для тела, там, кому это нужно. Хотя сейчас я тоже там за то, чтобы лишний раз кожу не травмировать. И если есть возможность просто помыться, сполоснуться простой водой, ее обычно бывает достаточно. Вот, это так в целом, по химии тоже, если кого-то заинтересует, я могу тебе скинуть прям табличку, каких ингредиентов в идеале избегать. Вот. И, конечно, лучше просто не доводить. То есть в основном нам сильная агрессивная химия нужна, чтобы отмыть что-то уже, там, я не знаю, если жир там, да, там уже вековой какой-то. Запущенная ситуация, да. Если постоянно делать уборку, то достаточно воды и мыла обычного. И не нужно никаких дополнительных средств. Вот. Наверное, ответила, да? Да, интересно. То есть, чтобы понять, экологичная ли продукция бытовая химия, она вот должна пройти весь вот этот вот этап и получить какой-то значок. Интересно. Они получают. У нас в стране это листок жизни. Вот. Вот, кстати, про компанию Грасс, у них есть отдельная линейка, которая прошла, и у них все экологично. Но там просто консерванты гораздо дороже. Они натуральные, экологичные, но они дороже. То есть в остальной химии у них просто не такие, они натуральные, но тоже там без каких-то крайностей, вот, без перебора. Да, спасибо, Настюш, вообще очень, я думаю, актуальна для всех тема, так как все занимаются бытом, все мы живем. Так, и давай перейдем к третьему блоку, как сортировать отходы в любой стране мира. Ну, наверное, большинство из нас зрителей в России, вот, поэтому, наверное, акцент стоит сделать на этом. Ну и кто путешествует, да, как быть в таких условиях. Путешествовать, да, и будут понимать, как это... есть прям привычка появляется, если ты уже в своем доме это делаешь, то потом куда-то прилетаешь и уже не понимаешь, как это все в один бак. У меня вот была большая проблема с органикой. Я привыкла пользоваться диспоузером, и все, и мне было прям очень сложно привыкнуть. Смотрите, в принципе, в любой стране самое главное – это сокращать отходы по возможности. Вот насколько у вас вот появляется хотя бы чуть-чуть, хотя бы иногда,
перестать брать пакет на кассе, да, понимая, что, скорее всего, я зайду в магазин, взять там, может быть, пакет с собой, да, он очень мало займет места в вашей сумке. Или мне очень нравятся сумки, ну, вот авоськи, вот, это прям конкретно для бутылочки многоразовой брать с собой, или какие-то просто вязаные, да, она тоже будет мало места занимать. Есть очень классные пластиковые такие сумки, они тоже очень сворачиваются легко, становятся прям малюсеньким кулечком. Положили, пусть всегда с собой лежит, просто всегда кинули, гораздо удобнее. У меня лично даже вот пакеты, они периодически рвались, и было неудобно в них покупать. А этими сумками пользуешься просто годами, реально годами. Очень удобно, правда. Они гораздо больше вес могут выдержать. Вот, то есть первое, самое важное, это по возможности избегать какого-то образования отходов. Если вы долго живете в одном месте, подумайте, где брать воду, чтобы не в бутылках, а в, там, как у вас, вам привозят, да, вот в этих баклажках. Вот, или может быть, какой-то фильтр. И еще, как вариант, покупать в большом объеме. Это тоже очень выручает. Представьте, да, сколько пластика, если у вас по 100 грамм, и если это 5 литров. Вот, будет значительная разница. Я так покупаю ополаскиватель, средства для мытья посуды, потом просто переливаю в бутылочку поменьше. У меня, во-первых, голова не болит, что мне каждый раз нужно что-то купить, потому что у меня уже закончилось. У меня это стоит себе и все, ждет своего часа. Вот. Смотрите, ловите какие-то возможности купить в свою тару, свою упаковку. Очень часто, там, не знаю, в булочной, в кондитерской. Вы можете прийти так за сыром. Ну, в общем, смотря, что вы кушаете, да, посмотреть, прийти со своим контейнером, положите мне, пожалуйста, сюда. Ничего в этом нету такого. И наоборот, вы параллельно с этим знакомитесь с продавцом, вы с ним начинаете общаться. Может быть, он вам начнет делать какие-то скидки, ведь он же не расходует, получается, эти одноразовые предметы на вас. Вот. И потом, конечно, посмотрите, какие сообщества есть уже в вашем городе, что вообще можно сдавать. И уже в зависимости от этого можно что-то начинать. Очень медленно, очень постепенно. Надя пишет, для себя нашла выход с водой, установка фильтра под раковину. Вообще идеально. Если вы на месте, уже обосновались, я тоже пользуюсь фильтром, я просто не представляю, как бы я вот с этими бутылками, баклажками постоянно возилась. Вот. И еще один важный момент. До сортировки отходов, там, бутылок, не знаю, еще, ну, если нашли для бутылок, прекрасно, сортируйте. Но самое важное – это отделить органику. Потому что именно органические отходы портят остальное вторсырье. Поэтому вы можете вообще ничего не делать. Вложитесь в диспоузер, если у вас уже своя квартира, там, или, может быть, обсудите это с арендодателем, да, что, может быть, вы там в часть оплаты, да, вот вложитесь в такую установку. Это очень удобно. Это очень удобно, когда ты, когда готовят люди, да, то есть очистки все сразу уходят туда. Нету никакого запаха. Там люди могут рыбу или что-то пропало, да, как, ну вот куда это, я сейчас это кину в урну, да, и все это будет у меня пахнуть в квартире, а ты это сразу хоп и спустил, вот, и там эти уже на очистных станциях это все перерабатывают, даже если это просто в океан поступает органика, да, это не так страшно. Вот, а на свалках как раз начинается от этого гниение, горение, потому что выделяются газы легко воспламеняемые, любой потом окурок, искорка или от стекла, стекло иногда сработает, как линза, да, воспламенит бумагу за счет там, опять же, этих газов, и в итоге очень часто свалки горят. Ну, это прям очень большая проблема. У меня до сих пор стоят кадры свалки, когда горело около Дели. Это просто ощущение апокалипсиса. Вот вы можете представить себе Гималайи, что у тебя весь горизонт, а это все оно горит. Просто. И я когда была на Шри-Ланке, мы это обсуждали с местными, они говорят, у нас около недели был смог после этого пожара. Вот. И как раз виновата органика во многом. То есть если бы просто там лежал пластик, бумага и металл, ну, гораздо меньше было бы вероятности, что там что-то воспламенилось. Оно бы так не поддерживалось бы, как если с газами, с органическими отходами. Поэтому если у вас в ваших условиях есть какая-то маленькая территория земли, да, накопили там ведерко с крышкой, да, органики,
прикопнули, да, высыпали туда в землю и заложили. Просто так не надо высыпать куда-то в кусты, потому что сбегутся грызуны, жуки. Я думаю, что никому от этого не будет приятно. Вот, именно закопали. Вот, самое идеальное. Если есть, конечно, ну вот диспозер еще как вариант. Если есть кому скормить, там, может быть, какие-то остатки. Вот, то тоже хорошо. Диспозер. Это измельчитель в раковине, да, который вставляется? Mm-hmm. Есть еще лайфхак для тех, у кого есть решимость это все сделать, но нет денег на диспоузер, пользоваться блендером. То есть, допустим, вы уже что-то поблендерили, он вам не нужен, вы туда сложили очистки, там, после того, как приготовили суп, долили туда воды, измельчили и вылили в унитаз. Потому что если вы просто так выльете, ну, высыпите туда, скорее всего, он засорится. А диспозер, у него задача измельчить, чтобы это все безопасно по трубам дальше прошло. Если оно у вас уйдет, не факт, что там потом дальше не будет засора, потому что особенно в старых домах часто трубы, ну, с изгибами. Поэтому где-то может хоп и застрять что-то. Да, интересно с этим, с блендером. Если нет диспоузера. Ну, кстати, вот я знаю, что в Америке, в американских домах у них у всех есть диспоузер. Почему, интересно, у нас такого нет? Ну да, наверное, мы еще не дошли до такого уровня сознания. Я думаю, что там просто вовремя пришел какой-то производитель диспоузеров, который это все хорошо стал продавать качественно. И это, знаешь, там, где интересы бизнеса и людей, экологии пересеклись. Нам этого не хватает. Но у нас действительно есть некоторые споры еще относительно него, но у меня мнение, что это отличный выход для городских условий. Прям прекрасно. Да, супер. И, дорогие зрители, если у вас есть какие-то вопросы, тоже пишите. Я еще вот хотела затронуть такую область. Ты все с этой сферой рассказала или что-то еще есть? Из того, что я хотела озвучить. А, ну по поводу средств гигиены, давай прям увидела их, они у меня лежат. Дело в том, что в Азии жарко, да, летом-то мне лично было некомфортно пользоваться обычными традиционными средствами гигиены. А уж в Азии, когда жара постоянная, так вообще... И часто используют многоразовые средства. Вот здесь вот женские. Есть еще капы, но я не адепт кап. Мне вот больше всего многоразовые прокладки. Потом просто постирали и все. Видела в Индии, есть производители многоразовых прокладок. Они их как-то так проектируют, что ты их когда раскладываешь, это смотрится просто тряпочкой. То есть у них же нет там возможности закинуть это в сушилку или повесить так, чтобы это никто не видел. У них там они сушат в общем пространстве. И если будут висеть прокладки, это будет как бы, ну, некомфортно, как минимум. Вот. И у них специальные такие штучки, они там так, ну, как-то сделаны, интересно, вообще потрясающе. Это производители Вауравили, может быть, кто-то слышал, такой духовный город. Вот. Ну и для детей, конечно, это многоразовые тоже такие подгузники. То есть вот это вкладыш. Просто поберечь деток, потому что если у женщин это несколько дней в месяц, да, вроде как можно и потерпеть, то малыши — это первый год жизни, как минимум. Ну, это, конечно, жесть, если проводить это в пластике, потом могут быть серьезные проблемы со здоровьем, которые некому озвучивать, кроме узких специалистов. Естественно, что производители подгузников будут говорить, что все хорошо. И еще для нашей реальности у меня тут многоразовые бахилы. Сейчас в сезон так грязно. Пожалуйста, приобретите. Это, ну, я не знаю, 200-300 рублей. И при этом ваша совесть будет чиста. И опять же, это проповедь, да, что вы в таких... Со мной, помню, заговаривали. На меня, кстати, подписался в итоге стоматолог. Говорит, а что у вас за бахилы? Я говорю, ну, вот такие-то. Ну, их так много. Говорю, ну, я хотя бы вот со своей стороны делаю, что могу. В общем, мы с ним заговорили про переработку. Он на меня подписался. И я смотрю, до сих пор смотрит. Вот. Очень удобно. Да, мне тоже в Москве... Мне тоже в Москве многие спрашивали. Я тоже такая. Да. И тоже мне приятно, что я делаю какой-то... Хоть и незначительный, но вклад в это. Действительно много где просят, чтобы не было грязи. Ну, это хорошее решение, как бы по логике, да, чтобы вроде грязи было меньше. Но по факту вот эти пластиковые бахилы, они очень часто рвутся. То есть зимняя подошва, она такая достаточно
агрессивная, такая жесткая, вот. И почему бы не положить такие, в них очень удобно. Я вообще всегда не думаю о том, что что-то порвется, слетит или улетит, вот. И я их потом просто снимаю, ну, не знаю, у меня пару раз было, что как-то очень много снега на обуви, в них прям вода. Я их выходила на улицу, выливала эту водичку, сворачивала с собой. И потом либо дома сполоснуть, либо в стиральную машинку там с какими-нибудь носками, джинсами, там же нет такой грязи какой-то. Ну, это не что-то жирное, это просто пыль, по сути, с дороги. Вот. Да, да. Все, с этим вот хотела поделиться... Хотела поделиться насчет средств гигиены. Вот ты сказала про многоразовые прокладки, есть еще многоразовое белье. Да. Вот в моем случае это лучший вариант, потому что, не знаю, у меня соскальзывало что-то. Вот. Да, бывает. Поэтому белье, оно больше фиксации. Да, ну, в моем случае это, как сказать, в общем, мне больше подходит. Согласись, как это удобно сейчас в Азии, когда ты просто вот, ну, у тебя просто этого отхода нету. Да, да. И нет вот этого соприкосновения, вот этого с пластиком и жары вместе с этим. Это вообще просто. И это очень шумит, диспозер. Кирюшка, закрой дверь, пожалуйста. Меня, помню, после родов меня прям похвалил гинеколог, когда увидела, что у меня многоразовые. Она говорит, ой, какая молодец, как здорово. Потому что очень важно, чтобы... У нас органы дышали, а мы, представьте, в самый такой как бы интимный момент, да, очищения, взяли и пластиком заклеили. Ну, прям вот с энергетической, с экологической точки зрения физики, здоровья, ну, прям совсем не вариант. Ребенок соскучился. Человек. Привет, Кирюшка. Экспонат. Ты что-то еще хотела? Да, спасибо большое. Хотела еще добавить, ну вот все, да, про сортировку, в принципе, все озвучила. Хотела еще добавить, что, как дополнение, что сейчас, в ближайшие там 10 лет, может быть, следующее десятилетие будет очень популярна и востребована профессия, вот которая будет обэкологизировать бизнесы, компании, офисы. Вот, могла бы ты поделиться, на самом деле это так, где таких людей вообще можно взять, если вот у тебя, например, бизнес, или ты организуешь какие-то мероприятия, как подходить вот к такому моменту, чтобы улучшить качество своего бизнеса, своей компании, своей работы? Ой, хорошо, так ты затронула. Знаешь, сейчас неоднозначная ситуация у нас в стране, потому что очень много, оказывается, лоббировалось западными компаниями, которые подтягивали филиалы свои в других странах под европейские стандарты. Там та же IKEA, она была прям оплотом экологичности у нас в стране, она ушла. И многие проекты экологические, и в том числе такие, как я, там сотрудники, они в какой-то момент остались без заказчиков привычных. Вот. Но наша страна тоже сейчас пытается не отставать, показывает то, что мы можем. И хочется верить, что действительно это так будет. Просто здесь, мне кажется, нужно найти свою какую-то нишу узкую и прям вот стучаться и доносить ценности и смыслы. То есть, к сожалению, так, что я есть и меня тут все нарасхват, такого не происходит. Потому что у бизнеса за последние годы было, ну, слишком много вызовов. Начиная с пандемии, с ковидов, да, сейчас спецоперации, уходы брендов, нарушенные цепочки поставок. Им очень много пришлось справляться, просто чтобы выжить. И то тут не до экологичности было. Вот. Но все-таки, да, всем людям хочется выделиться, бизнесу хочется выделиться. Есть запрос часто от населения на это, поэтому, конечно... Я верю, что спрос есть и будет увеличиваться со временем, что просто будет ненормально, там, не знаю, раздавать пластиковые бутылки одноразовые, да, что будет организован какой-то кейтеринг с многоразовой посудой и так далее. Вот. Смотрите, есть консалтинговые агентства, одно из них могу прямо вот смело советовать, кому будет интересно. Я могу либо тебе потом ссылочку скинуть, можем прямо вот разместить под... А, или, наверное, даже аккаунт отметить. Вот, либо обращаться к таким консультантам, как я. Просто,
ну, у меня, получается, есть опыт в определенных областях, что-то другое я могу не знать, но я тогда просто перенаправлю к другому специалисту. Например, вот есть сферы экологизации салонов красоты. Там очень много одноразовых отходов, да, эти маски пластиковые, тут все одноразовое тоже, и гигиена здесь важна, и вроде для красоты это все тоже нужно. А как чем заменить? Есть варианты, нужно просто про них узнать. И сначала, да, нужны некоторые вложения, нужно организовать, чтобы все это работало, но в долгосрочной перспективе это играет на руку. Вот, и сейчас уже тоже есть такие заказчики из салона, которые к этому обращаются. Но опять же, да, вот будет спрос от общества, таких бизнесов будет гораздо больше. Вот. Mm-hmm. Даже если ты не просто думал, да, вот так с мастером, а может, а у вас, может быть, есть какой-то вариант, что там без одноразовый, знаешь, просто закинуть. Вот. Здесь, там, а потом хоп, и ты встретишь того мастера, который, да, я тоже хочу, я не знаю, что делать, вообще к кому обратиться, как можно заменить, а ты такой, а я знаю, сейчас вот там вот того человека идем, да, там взяли консультацию, немножко переделали. У меня мама для своих клиентов заказала 10 пар многоразовых бахил, в то время, когда еще была мастером маникюра, и к ней люди приходили, она просила их не одевать одноразовые, надевала на них эти. И потом все это стирала, представляешь? Она говорит, я не могу по-другому просто. Вот. Но зато такое удовлетворение, конечно, люди были в восторге, что так, такая всесторонняя работа. Вот. Вот получается, если у кого бизнес или компании обратиться консалтинговые агентства, да, или вот к таким спикерам, как ты, как они обычно себя именуют, эко-спикеры или как? Специалисты по устойчивому развитию, потому что там помимо экологии очень важно учитывать и другие аспекты, чтобы это было, ну, грубо говоря, удобно людям и экономически целесообразно, да, или не сильно било по бюджету, и либо чтобы это как-то окупалось пиаром. Вот, мы сейчас вот запускаем экологический тур на Мальдивы, и нас готовы пиарить просто там, ну, на взаимных каких-то условиях, да, потому что это одни и те же ценности. То есть вы там запускаете что-то экологичное, экологическое сообщество, все в восторге, все о вас говорит, потому что все очень радуются, что такая возможность появилась. Сегодня вот как раз хочу репостнуть девушку в сторис, она запустила бренд биоразлагаемого нижнего белья, потому что в основном же там очень много резинок, и нижнее белье вообще никак не разлагается. Ну, не перерабатывается и не разлагается, соответственно, потому что резинки, они все из пластика. Вот, а она нашла возможности делать их компостируемыми. Да, это не идеальное решение в условиях города, но все-таки даже если это на мусоросжигательный завод попадет, это просто сгорит. А если вы, у вас же не 200 тонн отходов за год, правильно? Ну, накопили какую-то часть, да, там раз в год попросили приятели с дачи закопать у себя где-то в огороде, и все. Вот, и нет этого отхода. Классно же? Вообще, да, похоже, идеи у всех только разрастаются и разрастаются. Да, похоже, это... золотой век действительно наступает. Это правда. Да, спасибо за вдохновение, Настюш. Я вот тоже сюда переехав, на Филиппины, какие-то моменты я делала с самого начала, например, для того, чтобы положить там металлическую банку либо еще что-то из пластиковую бутылку в какой-то бак отдельный. Mm-hmm. Сначала осталась привычка это все помыть, чтобы это взяли все-таки на переработку, потому что это тоже важно, я так поняла, чтобы перерабатывалось чистое. Вот. Вот это вот у меня единственное осталось, и все остальное я буду уже подгребать. Да. Когда привыкнешь, это как психология появления новой привычки. Конечно, не надо сейчас сразу брать все на себя, да, привыкните ходить со своей многоразовой бутылкой. Для меня это уже естественно, я не могу выйти на улицу. Мало того, что я люблю теплую воду, я иногда туда добавляю лимон. А где я ее такую куплю? Сейчас, ну, холодную воду еще ты где-то купишь, да, а теплую нигде не купишь. Вот, поэтому такая больше забота о себе, о своем здоровье и заодно и об экологии.
ввели одну привычку, и она становится на автомате, вы уже не думаете об этом и можете добавлять что-то еще. Когда вы наберете какой-то комфортный для вас минимум, да, остановитесь на этом, наслаждайтесь дальше жизнью, занимайтесь своим здоровьем, вот, не пытайтесь спасти весь мир. Того, что вы делаете, достаточно. Мне очень нравятся фразы, что нам не нужно там 10 зеро-вейстеров, которые делают все идеально и не образуют отходов. Нам нужна 1000 человек, которые хоть что-то делают в этом направлении. Да, класс. Мне, кстати, вот как еще тоже этично, наверное, или экологично окружение, свою семью к этому, ну, подвести аккуратно, чтобы это не было там тоже фанатизмом каким-то. Помню, я решила вот мыть пластиковые и металлические вот эти вот баночки из-под консервов, из-под, ну, из-под продуктов. Вот, и попросила мужа, пожалуйста, вот ты сейчас к этому не готов, но я вот хочу попробовать. Пожалуйста, если ты что-то доешь такое, положи просто в раковину, я все помою, я все там уберу, положу, сохнуть там, это все выкину, это моя уже забота, это мое решение, я хочу попробовать. Вот и все. Теперь, если муж что-то доедает, кладет в раковину, все, я этим занимаюсь, и я довольна. И есть повод тоже похвалить. Да, очень важно здесь... Знаешь, на этой теме часто включается гордыня. Ты как духовный человек меня поймешь. Я лучше других, я спасаю планету, я об этом думаю, я забочусь, да, и начинается я, а вы там какие-то не такие, вы недостаточно осознанные и что-то такое. Ничего это не сделает, кроме как отпугнет людей от этой темы вообще в принципе. Потому что никому не хочется быть похожим на что-то плохое, да, хочется присоединиться к чему-то чистому, светлому, а не к эго раздутому. Поэтому вообще, вот насколько получается тишина, у меня есть пример бабушки, моего супруга, это просто поразительно, люди вместе, боюсь тебе соврать, сколько, 55, может быть, лет. И я думала, что в этом возрасте у людей уже такая связь, такие отношения, что они могут все обсуждать. Нет, она говорит, они очень много едят таблеток, взрослые люди, у них очень много различных этих фармпрепаратов. Я ей как-то сказала, говорю, если хотите, собирайте вот эти блистеры, я их буду сдавать на переработку. Она такая, ой, а можно? А давай. Я вообще не поняла, как это произошло. В общем, она начала мне их собирать. Дедушка при этом говорит, что все это ерунда, он это все выбрасывает. Это... А так... Да-да, можно уточнить, это штучки от таблеток, да? Упаковки? Да, это металл с пластиком. И получается, что на обычной сортировке их очень сложно разделить, потому что там получается два слоя, еще и опасный отход в виде таблетки. Ну, могут, да, там остаться. Вот. Но я была на заводе, где все это разделяют, это масштабно очень делается, в общем, без каких-то проблем. Там уже к ребенку пришли гости, он в экстазе довольно радуется. Вот. И она, получается, втихую от него достает, потом, когда дедушка уходит, ну, мы к ним в гости приходим, он ушел в другую комнату, она это мне говорит, вот, держи, я это все в сумку, потому что если мы с ним, он начинает ругаться, что вы тут занимаетесь ерундой, вот, и так далее. Сейчас вот есть пример моего папы, который тоже долгое время, мама что-то помоет, он мог выкинуть прям, ну, типа, зачем, ерунда, вот, а сейчас он сам моет. Вода камень точит, и здесь нужно проявить реально женскую мудрость, женское терпение, чтобы не навязывать эти идеи, просто вот, вот я хочу так, для меня это важно, да, там просто не мешай, все, не надо никаких нравоучений, просто только свой пример. Где-то попросить о помощи, мужчины очень часто включаются, просто чтобы жена с большими этими баулами куда-то не ехала, подвези меня, пожалуйста, подвезли. Потом он сам увидит, как много людей в это включаются, какие-то вещи, ну, в общем, это все само происходит. Люди в основном друг на друга подписаны, хорошо это в блоге поднимать. Это, кстати, отдельная такая тема, которая мне очень помогла. Я маме вообще ни слова не говорила, вообще ни одного слова никогда про экологию, что вот давай тоже разделяй. Она сейчас чуть ли не фанатичнее, чем я.
У нее нет возможности сдать тетрапак, она мне его все время там передает, говорит, вот у тебя можно сдать, иди сдавать. Вот. Просто она читала мой блог, и все. И тут получается, что я к тебе в квартиру не лезу, в твое пространство я не вмешиваюсь. Но я показываю себя, что я делаю, почему я считаю это важным, что я при этом делаю, как это может изменить ситуацию. Вот так я говорю, ребят, у вас есть запрос, есть вопросы, приглашайте на эфир. Люди увидят, что эта тема поднималась. Вы себе сразу все разложите по полочкам. Почему нет, да? Мне какая-то худо-бедно реклама, что люди об этом узнали, люди услышали, может быть, подпишутся, может быть, обратятся. Да и, в принципе, я люблю об этом говорить, поэтому для меня это всегда в радость. Да, ну и самое главное, что мы просто задумаемся об этом и хоть что-нибудь сможем привнести в свою жизнь, какую-то новую, да, привычку, не травмируя других, себя улучшая. Да, спасибо. У меня, в принципе, нет вопросов больше, ты на все ответила. Вот, если у кого-то есть... смотреть, вы можете прямо в комментариях тут оставлять вопросы, и мы с Дианой ответим. Если я не замечу, скажешь мне просто, я загляну и отвечу. Вот. Так, ну если на этом все, то, наверное, можно закругляться. Спасибо тебе, Настюша, огромное. Так, мне еще нужно здесь понять, как здесь сохранить эфир. Я забыла. Закроешь, и у тебя появится. Вот. Все, я отключаюсь. Да, хорошо. Хорошего всем дня. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, еще посмотрите в записи. Если что-то пропустили, всем хорошего дня. Спасибо. Обнимаю.